Да, приехал, что называется. Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем играть в Farm Simulator 19. И сегодня, ну не то, чтобы мы начинаем новый летсплей, а как бы сначала сделаем обзор на карту Воля Брундовска. Вот так как-то эта карта называется. Вот. Эта карта наподобие Воли Завержевской. В принципе, речь. Вот. Эта карта наподобие Воли Завержевской. Здесь она для копа. Ну как для копа? Маленькая и для копа. Видим очень много полей и лес. Видим 23 миллиона весь этот участок. Ну, собственно говоря. Карта наподобие Воли Завержевской. Значит, магазин тут даже есть, друзья. Ну, тоже видим. Скорее всего, здесь мы будем играть. Я не знаю пока еще. Бригаду надо найти. Вот. Эта карта мне уже понравилась. То, что... на ней новые текстуры. Вот. И понравилось тем, что очень много полей. Но видим тут такие вот контракты, копеечные. Вот. В принципе, для коупа и мода сезонов эта карта... А, не открывается. Эта карта подходит. Вот, видим. А, здесь понятно. Здесь надо будет мост построить. Если нам надо будет сюда, то тут надо будет мостик. Вот. Друзья. Как-то так, я так думаю. Далее это тут домики. Ну, друзья, тут даже можно играть в коупе, гляньте. Домик один есть, вот. В принципе. Вот ворота. Пожалуйста, бери, устраивай ферму здесь. Например, здесь бери, строй ферму. Покупай этот участок. Участки, друзья, недорогие. Видим 28, 70 тысяч. И их можно объединять, друзья. Их можно объединять. То, что мне нравится. Вот. Вот, короче говоря, мне уже эта карта нравится по душе. Вот. Тут есть также видимо. Собран урожай, новые текстуры. То есть, если эти два поля объединить, а их можно объединить, то будет оно большое. Но как раз для копа, я думаю, что я на этой карте даже останусь. Я так думаю. Вот. Где урожай собран? А, вот, это все хорошо, но давайте посмотрим нашу ферму. А, наш участок. Вот это что ли наш участок? Серьезно, это наш участок. А вот это вот наш участок, наша ферма. Я так думаю. Да, наша ферма. Дровишки. Понятно. О, трактор. А, это... Между прочим, друзья, техники у нас нет. Технику надо покупать самим. Вот, ну, как бы польская карта, друзья. А, и машины. Вот, здесь также есть машины.
Вот, то есть, ну, такого политика я бы хотел потом, вот, если мы будем проходить эту карту, прикупить себе какое-то поле, а мы будем, наверное, ее проходить, если будет весь кооператив. Если соберем бригаду, то на этой карте мы будем играть с модным сезоном. Вот. Также давайте посмотрим на биокас. Что тут у нас? Ага. Ага. Все отлично. Биогаз хороший и силосные ямы. Две силосные ямы. Круто. Так, ворота. Так, пшеница. Вот, даже здесь хоть устраиваю себе ферму. Вот. Наверное, может, все-таки здесь будем работать в коопе, я спрошу у друзей моих. Далее, здесь лесопилку. Вот, можем посетить. Здесь вот продается лес. Лес здесь продается. И что еще? Щипа, да? Да, щипа. Это что такое? Силосная башня. А, то есть это у нас элеватор, да? Здесь у нас что-то такое интересное есть. Ладно. Здесь. Тоже непонятно. А вот. Это чья база? Здесь еще можно ферму организовать. Да тут до хрена надо взять ферму. Можно настроить. А далее, вот это что такое? Это, я так полагаю, точка продажи. Да, друзья? Скорее всего, да. Вот, скорее всего, это точка продажи какого-нибудь добра, опять же. Хорошо, точка продажи. Вот. Дальше, что у нас здесь? Вероятность посмотрели, это посмотрели. Вот это смотрели. Вот это, я так думаю, продажи фиков. А вот это что-то непонятно. Вот, карта, между прочим, тоже называется Воля. И еще там что-то надо будет. Название стрима прочитать вам. Тут и стрима. Видео. Вот. Карта тоже на польской местности. Для пушки квакает. Видим, тут тоже такая вот местность. То есть купаться, но только провалился. Именно картодел не очень хорошо сделал это все. Вот. Утрат. То есть я могу уже вот сесть. Здесь не могу, но зато могу вот так. Вот, пойдемте еще глянем.
полян. Умис. Ос. Овес. Нравится мне, друзья, здесь очень сильно текстурки. Вот, и яичко тут глубокое. Так, а дальше, что мы еще с вами не посетили? Курятник мы уже с вами. А, давайте курятник посетим. Ну, курятник вот он. А, вот, в принципе, и все. Если, друзья, кто хочет, тут даже можно своим работой заняться. То есть, например, куча модов с объектами понаставлять. Вот. И спокойно себе здесь играть, работать. Вот это вот поле. Отцовы. Квакают на глушечке. Эх, да, супер. А, дерево тоже упало так вот атмосферно. Да, даже сюда можно даже деформацию, мост тут, или еще даже, мало ли того, что здесь пить этот участок, где это, вот этот, а, понял, это вам надо накрутить 23 миллиона и купить этот участок, нельзя, кто хочет. Вот тут можно было распахать участок. Или, друзья, с помощью Google Company, который у меня лично и установлен. Можно сюда куча объектов понаставлять там. И так далее. Впрочем, мы этим, наверное, и займемся, если я здесь буду продолжать играть. Но играть я здесь буду не сам. Я уже на карте воли Заберовская наигрался сам. Вот, карта, друзья, довольно-таки неплохая, атмосферная. Вот, точек продаж, значит, здесь немного. Насчет, друзья, полей, вот видим, какие они дешевые. Их можно закупить и их всех объединить в одно большое. Например, вот это аж поле вместе с этим. Можно в одно огромное поле. Вот сейчас я еще посмотрю. Вот это ли можно здесь? Вот даже здесь вот можно вот это вот все выпилить. Вот это вот все выпилить. Вот эти деревья. И объединить в одно огромное поле. То есть тут работать доработать, я так думаю. Вот, как-то так, друзья. Вот. Вот, поэтому, кто не в курсе, я собираю, друзья, бригаду на эту карту. Ну, 3 человека хотя бы. Вот, у каждого будет своя ферма, смотрите, и здесь даже можно свою ферму организовать, друзья. То есть, здесь куча участков. А, это мое. Вот, это мое добро. Где можно организовать ферму. О. Круто. А, крыша прозрачная. Ясно, понятно. А, вот. Как-то так, даже на тех полях можно вызывать все. Это.
Так. Мана. Даже нет, слишком тяжело. Предмет очень тяжелый. Да, что ж там тяжело. Вот. Как-то, друзья, так. Нас. Так, а это работает? Это щиток. Понял. Ой. Подумал, что это, друзья, тоже предмет. Слишком тяжелый. Даже можно, друзья, вот так. Вот. Спасибо. Вот. Поэтому, ну, карта, друзья, неплохая. Ворота будут открыты. Вот, не знаю, сюда вот. Приедет кто-нибудь еще мне помогать с фермерством. Или нет. Здесь, друзья, в принципе, работ полно. Вот эти можно даже все поля объединить. Вот эти. Вот эти скупить. Вот тут можно огромные поля создавать. Вам кричу, друзья. Огроменные. Поклацаем, чтобы ничего не пропустить. Вот, также мне очень нравятся текстурки, друзья. Напишите ваше мнение по поводу этих текстурок. Вот, ссылка на скачивание карту, как всегда, будет в описании под видео. Вот. Ну даже, друзья, гляньте, еще одну ферму можно здесь забабахать. Но это та, что была. Вот, круто, да? Вот. Я думаю, что все-таки. О, гляньте, это что? Это стройка. Оббитые дома, друзья, все. О, кипрички, сидрю что-то у них выращивать, скорее всего. Но пока нет. Пока я не очень-то и вижу здесь кипричков. Что-нибудь такое интересное. Опять ловушки. Бродим с ним каким-то деревом. О! Да тут дофига всего можно сделать. О! Что-то вижу, друзья. О, тепличка выращивает правильно. Трава. Да нет, тут же, друзья, помидоры. О! Под превьюшку пойдет. Видим, местные сюда приехали, всего родное. Вот, как-то так. Даже как-то раньше себе тут стоят. Даже как-то же себе тут стоит. А залезть я в него не могу. Не моя собственность. Не моя собственность. Поэтому я в этот трактор и залезть и не могу. Вот, ну а в целом, друзья, карта хорошая.
Вот, полей много и так далее. На этом все. Спасибо всем за внимание. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Вот. Всем удачи и всем пока.